Сегодня я покажу один из способов нарезки дыни. Будем делать фруктово-ягодную корзину. Отрезаем плодоножку для устойчивости корзины. Делаем надрезы с двух сторон для ручки корзины. Отрезаем лишнее. Выравниваем. Семечки убираем ложкой. Еще выравниваем. Вырезаем мякоть дыни на ручке, оставляя по 1 сантиметру мякоти на ручке. Вырезаем ножом мякоть из самой корзины. Нарезаем мякоть дыни небольшими кусочками и выкладываем их в корзину. По краям корзины вырезаем ножом зубчики. Выкладываем оставшуюся мякоть в корзину. Добавляем любые ягоды.
Фруктово-ягодная корзина готова. Приятного аппетита!